Ученые на станции Моусон всегда знали, что холодные воды, окружающие Антарктический исследовательский центр, кишат странными и необычными существами. Но ничто не могло подготовить их к внезапно появившемуся морскому существу-мутанту, нарушившему их эксперименты и наводившему ужас на всю команду. Все началось со странных показаний их оборудования, указывающих на то, что подо льдом движется что-то массивное и неизвестное. Сначала ученые отмахнулись от этого как от сбоя в системе, но затем существо появилось из глубин, возвышаясь над ними с щупальцами размером со стволы деревьев и глазами, которые светились, как угли в темноте. Существо не было похоже ни на что, что они когда-либо видели раньше, причудливое слияние различных морских существ, слившихся воедино в чудовищного бегемота с щупальцами. Он напал на их исследовательские суда, с легкостью разорвав их на части, и даже пробил стены самой станции, заставив ученых съежиться от страха. В течение нескольких недель существо терроризировало ученых, уничтожая их оборудование и срывая их исследования. Они испробовали все, что могли придумать, чтобы остановить его, запуская ракеты и используя звуковое оружие, но, похоже, ничто не оказало никакого воздействия на существо. Шли дни, и ученые начали опасаться, что им никогда не удастся остановить существо. Но затем один из членов команды совершил прорыв, поняв, что генетический состав существа был изменен суровой антарктической средой. Они неустанно работали над созданием сыворотки, которая обратит вспять мутации и вернет существу его первоначальную форму. Это была рискованная игра, но они знали, что это их единственный шанс спасти себя и существо. Сыворотка подействовала, и мутировавшее морское существо начало медленно уменьшаться и возвращаться в свое естественное состояние. С последним ревом он исчез подо льдом, оставив у ученых вновь обретенное уважение к тайнам антарктических вод. С того дня они знали, что больше никогда не будут воспринимать ледяные воды Южного океана как должное. Мутантное морское существо научило их, что под поверхностью все еще таятся нерассказанные секреты, ожидающие своего открытия или страха.